женщине не нужен повод, чтобы накраситься. Почему-то, блин, у меня такие потные руки. А сегодня по многочисленным просьбам трех человек. У нас звуки рук. Звуки рук. But like, you know. Блин, слышно мои ногти. Я сплела такие звуков ткани. Эту прекрасную футболочку мне предоставила моя подруга. Очень классная, очень качественная футболка. Спасибо, моя подруга. Не хочу ее дианонить, поэтому не буду говорить ее имя. Но спасибо большое. Я не думаю, что я смогу сделать прям полное видео со звуками рук, потому что у меня уже очень устали руки. Извините за то, что слышно щелчки моих ногтей. К сожалению, я не могу никуда их деть. У меня длинные ногти, да. Думаю, что можно... Это считается звуками рук, ребят. Но можно заметить, что когда я пьяная, я намного молчаливее. Потому что я ухожу в себя, знаете, думаю о вселенной. Такие вещи. Мне вообще кажется, что когда я пьяная, я намного приятнее человек.
пошла Молли, so yeah. И парниши. Я люблю Данила. Сори, мое сердечко занято, ребята. Я люблю Данила. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пожалуйста.